Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на обзоре огурцы. И напомню вам, что это сорт трюкач, оба огурца. Один огурец я выращиваю на простых удобрениях, которые я вношу самостоятельно. Это в основном биогумус и гумат калия. Вот огурчик, который растет на таком удобрении, выглядит не очень хорошо, отстает в развитии, но огуречики заложил. Огуречиков много, но они пока еще очень маленькие. Хотя прошло уже достаточно времени, чтобы они развились хотя бы чуть-чуть побольше. Видимо, все-таки что-то растению этому не хватает каких-то питательных веществ. А здесь у нас огурчик, выращиваемый на удобрение смокот. Здесь очень много заложилось плодов. Плоды растут, развиваются. Выглядит огурец намного лучше, чем предыдущий. Первые. Хотя плодики тоже нарастают не очень быстро, как мне хотелось бы. Огурчик такой же трюкач. Также в моем мини-парничке подрастают эустомы, петунии. Цветет калибрахуа красиво. Скоро расцветет петхуа. Вот они, петунии маленькие посеяны были, взошли. Это укропчик и петрушечка. В пакетике черенкуются петунии. Черенки туи тоже выглядят очень хорошо. Заметьте, плесени никакой нет. Корешочки через бутылочку выглядывают. В конце недели обязательно проведу обзор этих черенков. Выну оттуда и покажу, какие корешки. На этом все. Всем удачи. Пока.